Если вы решили затеять ужин в мексиканском стиле, тогда я расскажу вам, как приготовить буррито остро и легко, а главное, вкусно. Такое блюдо наверняка не останется без внимания и понравится всем. Такая закуска очень вкусная и сытная. Присутствие такого многообразия продуктов в начинке абсолютно не портит ее. Наоборот, каждый ингредиент дополняет друг друга. Если любите поострее, можете добавить соус табаско. Важно отметить, что в качестве мясного ингредиента можете использовать любое мясо или фарш. Приятного аппетита! Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Лук и чеснок мелко порубите и обжарьте на умеренном огне, переложите в тарелку. Курицу нарежьте ломтиками и обжарьте до румяной корочки на растительном масле. Далее добавьте к курице лук с чесноком и нарезанный соломкой перец болгарский, готовьте все 3-5 минут. Далее добавьте консервы, помидоры и приправы, все перемешайте и готовьте еще 3 минуты. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Натрите сыр на терке, добавьте его в сковороду, все перемешайте и готовьте до полного расплавления сыра. Начинку выложите на середину тортильи и заверните лепешку. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриное филе 300 грамм, фасоль 150 грамм, консервированная, кукуруза 150 грамм, консервированная, томаты 300 грамм в собственном соку, перец болгарский 1 штука, сыр 200 грамм, лук зеленый 1 пучок, чеснок 3 зубчика, перец чили молотый 1/2 чайных ложки, зира 1/4 чайных ложки, количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.